сюда, на Крестовский остров. Станцию метро построили специально. Сейчас очень удобно по Ленинском проспекте. Вы знаете, массовое гуляние. Впечатление, что надо движение останавливать. На что сегодня Иран противопоставит? Команда закрытая. Мы мало что знаем. Более того, она попала под санкции. Иранские болельщики очень скептически относятся к шансам своей сборной на этом чемпионате Минске. И иранцы говорят, мы, просто попав на этот чемпионат мира, уже наслаждаемся праздником. У марокканцев ходят трибуны, в том числе и под комментаторами. Ну, это хорошее настроение. Восьмой. Карим Аль-Ахмади. Девятый. Аюб Эль-Кааби. Десятый. Выступление в чемпионате России. Али Бейранбанд. Номер первый – это Галория, а первое было еще в 1978 году. Но Иран никогда не выходил из группы. Сегодня сборная Марокко первый пробьет по мячу. И это их первый матч на чемпионате мира. Скоро внимательно следит. Джунайд Шакир дает свисток. Поехали. Сборная Марокко разыгрывает мяч в центре поля и сразу длинный. Неудачно отбить мяч в центр площадки. Именно уже штраф. Можно бить поворотом. Первый удар. Не получился удар точным, но хороший был перевод по диагонали, да, напугали. Но защитник сейчас неудачно сыграл головой, отбил к 11-метровой отметке. Это как раз молодой Амин Харит, о котором мы говорили, пробил точно в зазор между марокканцем и иранцем. Ну а вот темпераментный марокканец. Номер. Амрабат. Амрабат, да, подача и в ближний угол был направлен удар. С близкого расстояния, точно в голову. Вот еще раз смотрим этот повтор. Смотрите. Здесь справа открывается седьмой номер сборной Марокко Хаким Зиеш. И передача налево. Все подборы за марокканцами. Феликс Цвайер из Германии. Бастиан Данкерт из Германии. Марк Борг из Германии. И из представителей ЮСА, Соединенных Штатов Америки, Джаир Маруффо. Но мы еще не назвали, знаете, запасного помощника судьи. Антон Аверьянов, россиянин. Раз прошел великолепную школу. Такой пас в штрафную. И удар! Да, есть повод схватиться за голову, хотя в данной ситуации уже ведь накрывал его защитник, отталкивал, не давал так спокойно пробить поворота. Вот смотрим, это девятый номер. Эль-Кааби. Жестко получилось, и первая желтая карточка, да, сразу же. Получилось грубо. Безрассудное действие было, да, футболисты? Да. Капитан команды Ирана Масуд Шоджаин из клуба АЭ. Поэтому правым флангом, крен на правый фланг имеет атака сборной Марокко. Это Инес Берханда. Штрафной. Штрафной, да. Не в мяч, а в ногу попал сейчас. 11 номер. Амири. Персеполис, такая команда. Вот из этой команды он в Иране. В Иране сам. Еще одна. Еще удар. Вратарь. Браво, голкипер. Браво. Ногами сейчас в падении закрывал ворота. Серия, конечно, была ошибок. Ну, возле сейчас... Мяч марокканцы вводили за боковой. Ну, руками-то можно не торопиться. Вот этот момент. И сейчас смотрите, вратарь. Потрясающе прыгает. Даже он руками отбивал. Сам решил пробить. Еще один удар с дальней дистанции. На себя принимает мяч. Надо сказать, что и одна, и другая команда, они моментальные футболисты, реагируют на то, что если есть пространство, устремляется вперед, независимо от какой-то позиции. Но тут здесь принимает на себя. Зиеш поменял, вот, кстати, сейчас позицию. На левый фланг прекрасный пас. И уже вход в штрафную площадку. Удар в дальний угол, но голкипер на месте. Ну, пожалуй, первый раз, да, вот такой удар. Один вратарь перед ним, до ворот метров 13-12. Ничего. Неудачный отскок. Нет, руки не было. Там защитники начали показывать. Ничего подобного. Там мяч попал куда-то в область плеча, в грудь даже. Поэтому удар от ворот вот здесь. Хотя повтор
я начал сомневаться. А вот сейчас поймем, нет, год назад с этим было связано несколько странных судейских решений. Казусных, я бы нескольких. Хорошо, Азмунов играл, подобрал мяч, закрыл мяч корпусом, его, да, сбил, а вот карточка. За второй раз Карим Алехмади останавливает атаку сборной Ирана. Это первая карта? Первая, да, но просто в первый раз это было две минуты назад. Но арбитр то же простил. Самое, сзади по ногам. Арбитр простил Алехмади, а вот теперь не прощает. И все правильно, это грубый снос соперника, тем более, что Азмун уже посмотрел вперед, рассчитывая сделать передачу. А в итоге близко. Все, убежал. Так, внимание, Джакан Бакш бьет поворотом. 3 метра всего сделал, такой короткий разбег, но удар мощный. Алиреза Джаханбахш играет за Алкмар. Да, по Голландию. Играет за Азет. Да, начинает и опять на левый фланг. Там, кстати, игрок сборной Ирана, будто Сердар Азмун упал. Это Сердар. Все нормально показывает медперсонал. А здесь просто ушиб, я так понимаю, по икроножной мышце. Оф. Там как раз команды встречаются, победители. О, какой! Чуть-чуть, но... Какой был пас, да, и ну полметра не хватило, но он не мог достать, он бежал и прыгнуть. Очень сложно было скоординировать. Еще раз посмотрим. Элькааби чуть-чуть не успел, хотя стартовал очень здорово, расположившись между двумя защитниками. В кучу идут туда, бегут, и, конечно, там очень сложно с такое скопление игроков. Там нарушение правил, слишком жестко пошел в отбор, столкнулись. Мне кажется, иранцы освоились. К концу первого тайма. И, во-первых, они стали... Мимо штрафной площадки! Надо забивать! Вратарь! Еще удар! И опять голкипер! Ах! Сердар Азмун! Ну, мог забить. Мне кажется, чуть-чуть пораньше надо было пробить. Сейчас какая выиграна борьба и пас. И вот здесь Азмун получает. И вне игры нет. И он пошел... Джахан Бакш и Кучини Джадз. Это удар. О! Мощный, да? Хоть и выше перекладин, но как сочно. Так мяч летел. До ворот, вы знаете, наверное, метров 35. Ну да. Мы отправляемся на перерыв. Да, а потом продолжим. Да. Казов был отлично. Эпизод, когда голкипер уже Али... Стараются не проиграть команду. В первом туре на чемпионате мира вот в группе. Мунир Эль-Кажуи. Второй номер Ашраф Хакими. 5-й Меди Бинатия. Беланда. 14-й Мбарк Бусуфа. 16-й Нуридин Амрабат. И 18-й Эсхан Хадж Сафи. Защитник, а сейчас тем временем атака. Вдоль ворот в итоге получился пас. Дальше Рузбек Чешми, 4-й, 7-й Масуд Шоджаи, это капитан команды, у него есть желтая карточка, Мартеза Пурли Ганжи, 8-й, 9-й Амид Эбрахими, 10-й, самый быстрый игрок в составе сборной Ирана. Ну и арбитры сегодняшнего матча, Джанет Шакир из Турции, ему помогает Бахатин Туран, также из Турции, как и Тарик Онгюн. А вот 4-й арбитр, резервный Сергей Карасев, есть еще резервный помощник арбитра Антон Верьянов. И ваши комментаторы... Геннадий. Хорошо, да, опять. Пас штрафной мягкий, хорош. И удар не получился. Удар от ворот был. Там решали, аут или нет, но удар от ворот. Как здорово-то. Я и в первом тайме задавал тон 16 номер, да? Как он мчался. Амрабат. И сейчас такую мягкую пижаму. Греки отказали. Ну, под воздействием внешней силы. На землю получил возможность протащить его вперед. И здесь прыжок в ноги для того, чтобы отвоевать мяч. И он сработал. Две ноги и прыгаешь. Да, так. Ты можешь нанести травму. Получилось. Что-то мышцу рванул какой. Ну, может быть, даже мышцу живота. Вот это его прыжок. Вообще такой прыжок, даже просто красотища. Но совсем немножко, и это была бы совершенно точно желтая карточка. Да, жестко играет. Пора уже назначить свободный удар. Тому, кто упал, да. Он не имеет права играть, потому что он подвергает сам себя травме. Он виноват. Это раз. А во-вторых, он зажимает мяч. Ну, конечно. Ну, нет, главное, что это опасная игра. Это как, например, ну, перевод хорош тогда, когда он внезапно. Ой-ой, здесь нехорошо. Все-таки в ногу врезался. Ну, ты не прав.
Вы не правы, седьмой номер. Вы не правы. Таким Зиш из Аякса. Ну, сейчас мы увидим повтор. Момент прошел, мяч уже улетел. Ну чего ж ты бежишь-то и бьешь? Да? Ну, тут надо все-таки допустить, что это ну, смотри, две очень темпераментные команды. Ну, уже все, мяч ушел. Персиполиса еще сейчас он играет в другую команду. Понял это. Подача. Опасно. Удар. Ой, гол! Автогол! Иран впереди! Но это чудо! Это чудо! Конечно, потрясающий был сейчас выполненный штрафной удар. И защитник срезал в свои ворота. Иран может выиграть. Еще есть несколько минут. Он может выиграть у Марокко. Причем это не защитник, это нападающий Бухатус, даже нападающий, который вышел на замену. И сборная.